Добрый день, сегодня у нас распаковка аудиометра Senti Desktop Flex производства Post Medical Germania. Мы получили прибор только с Германии, запакован. На упаковке имеется маркировка с производителем, также указан центр слуха. Приходит он в таком чемодане защитном для транспортировки, для хранения. В комплекте у нас идут наушники для проведения аудиометрии по воздушной проводимости, кнопка ответа пациента и зарядка. Также у нас идет в комплекте с набором костный телефон с оголовьем, которое мы можем подключить. Документация в виде инструкции на украинском языке. И также имеется калибровочный сертификат. Прибором также поставляется флешка для установки программного обеспечения мира для соединения с компьютером. Прибор может у нас работать как автономно без компьютера, так и управляться с компьютера. Для этого идет в комплекте USB шнур специальный. Теперь по разъему. Кнопка включения, отключения. Далее у нас идет разъем для зарядки. Следующий разъем для подключения USB к компьютеру. Данный разъем у нас для подключения либо модема, либо фирменного принтера для печати. Следующий разъем с такой маркировкой предназначен для подключения кнопки ответа пациента. Далее у нас идут красные и синие разъемы. Соответственно, по цветам мы видим синий соответствует синему разъему. Ставим мы таким образом, стрелка должна быть вверх, и просто защелкиваем до щелчка. Вот важный момент, что при отключении мы ни в коем случае не тянем за вот эту часть, обязательно за утолщенную часть, чтобы не повредить. Костный телефон, соответственно, точно так же подключается, тоже мы смотрим по цвету. Кратко по самому прибору, мы его включили. Здесь у нас уже сейчас установлен язык, на экране защитная пленка, которая при транспортировке защищает экран от повреждения. Для установки языка региональные настройки, там будет look and feel на английском, и здесь язык. Язык у нас есть и русский, и украинский, мова также есть. По настройкам звук, яркость, параметры энергии. Данный прибор работает аккумулятора. Аккумулятора хватает на рабочий день. Заряжается прибор быстро. До 2 часов полная зарядка. Ниже здесь у нас левее от настройки кнопка отключения прибора. Далее добавить пациента, поиск пациента и информация. Информация у нас про то, что обозначают пиктограммы. Для начала обследования мы можем сразу нажать вот эту кнопку с пациентом, знак вопроса, аудиометрия. Далее мы выбираем тип аудиометрии. Мы можем делать здесь костную проводимость, проверять воздушную, также проводить обследование с маскировкой. Данный прибор можно заказать у нас, центр слуха. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.